На минувшей неделе во Дворце спорта имени Али Алиева города Каспийска состоялось открытие турнира по художественной гимнастике «Кубок Каспийского моря», где приняли участие порядка 600 спортсменок с 23 регионов России. По итогам соревнований первое место заняла 6-летняя каспичанка, воспитанница детского сада номер 14 «Журавленок» Камила Рамазанова. Она посвятила этому виду спорта всего один год, но уже достигла больших успехов. Да, было очень сложно. Много девочек было с городов разных. Была сильная конкуренция, но я не сомневалась в своей победе. Много труда и сил было потрачено на подготовительный процесс и тренировки. Это изнурительные упражнения, отработки художественных элементов и психологический настрой. Были сложные тренировки. Я долго готовилась. Было много элементов. Мостик, шпагат. Шоссе. Ранее Камила занимала первое место в турнире «Майская мелодия», но победа в таком масштабном и тяжелом соревновании является для гимнастки самой любимой. Я не ожидала, что я выиграю первое место. У меня была масса эмоций. Мама, папа тоже за меня обрадовались. Тренер меня очень сильно похвалил. Она сказала, что будет очень много успехов. В детском саду таланты Камилы заметили еще 2 года назад, когда она стала активно принимать участие в различных конкурсах спортивной направленности. Тогда в ней появился азарт и любовь к физической культуре. Затем мы узнали, что Камилочка занимается уже с профессионалом, серьезно занимается гимнастикой. Ну, мы никак не думали, что она вот ее занятия приведут к таким успехам. Потому что у нас многие дети занимаются в различных секциях. Вот. А Камилочка всегда отличалась не только тем, что она вот именно в спортивном направлении такая девочка. Она и рисует хорошо. Она активна буквально во всех. Мы работаем по федеральным государственным стандартам. И она везде и всюду бывает активна. По словам заведующей детского сада номер 14 Луизы Жарковой, у девочки есть невероятный жизненный настрой. Четко сформированная позиция и планы на будущее. Весь коллектив дошкольного образовательного учреждения города с нетерпением ожидал результатов и поддерживал Камилу. Была необыкновенная радость у всех у нас и у нашей руководителя по физкультуре, потому что она тоже видела в Камиле это. И в мае мы заняли первое место в республиканском конкурсе «Старт и надежд». Это был спортивный конкурс, и Камила тоже была в нашей команде. И поэтому, конечно же, мы все подпрыгивали от счастья и хлопали в ладоши. Сейчас юная гимнастка планирует начать подготовку к первому учебному году и новым соревнованиям, которые помогут ей исполнить мечту – стать знаменитой художественной гимнасткой.